арабис. Арабис или резуха относится к семейству капустных и имеет порядка 100 разновидностей. Его отличают красивые опушенные листья, которые бывают в форме овала, сердца или стрелы, стебли стелющиеся, укореняющиеся. Соцветия кистевидные, а цветы бывают самого разного окраса – розового, белого, желтого, лилового. Некоторые сорта имеют даже махровые лепесточки. Самыми популярными сортами считаются Фердинанда капурцкого варигата. Является почвопокровной разновидностью арабиса. Чаще всего темно-зеленые листья обрамлены светлой каймой. Высоту поднимается на 15 см. Следующий сорт – это Аренса кампинки. Отличается малиновыми цветами и высотой не более 20 см. Ну и еще один сорт – это Зюндермана – почвопокровный многолетник, который поднимается только до 10 см. Имеет очень красивые кожистые листья некрупного размера с восковым блеском. Зацветает в конце весны, начале лета небольшими четырехлепестковыми белыми цветами. Высадка семян производится в октябре в заранее подготовленную клумбу. Грунт в ней должен быть суховатым, рыхлым и песчаным. Если земля на вашем участке слишком плотная, то предварительно внесите в нее песок и керамзит или мелкофракционный щебень. Чуть медленнее арабис будет расти в кислой почве или почве, перенасыщенной кальцием. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и, чтобы не пропустить новые видео, нажмите колокольчик. Всего доброго, дорогие друзья!